Домик. Так, на улице. Домики неплохие, вон там. Посмотрим, что тут у нас. Нет туалета. Нельзя жрать и пить. 25%. Медная. Вот у нас тут мужичок. Интересненький. Так. Давид. Мрамор потерялся. У Давида должен быть на дне мрамор. Вот это классная. Какая? $86. $168 полицейский. Что ж так тяжко-то? Колокольчики. Кстати. Нет, я думал, что это... О, я думал, это Чарли Чаплин. $96, ёлки. Потолки. 244. Уточки вот сверху. Цены. Не сказать, чтобы даже 25% скидка. Это 128 рублей. У них 25% скидка. Какая интересная штукина. $30. Лампа что? Что-то понятное. Опять лебедь этот не маркированный. Мне попадается. Он мне уже раньше попадался. Вышивка. Сундучок. Вот интересно. Крошечная какая. Бавария. Снова маркированная. Какая красивая. Кто это? Иванин какой-то. Что за Иванин? Не знаю, что за Иванин. Судя по росписи, это Япония. Какой клон красивый.
велвете нарисован. Не на велвете, а на бархате. У них в описании его там написано на вельвете. Ой, классная тоже фигура. Слышит. Так. Как бы мне тебя продраться-то? Дневники какие прикольные. С мордочками. Гигантский, красивый. Так, все роются здесь, все в гараже, вещи и подвалы. Так, флаги. Случай жизни флаг с собачкой. О, головы животных. Рога какие-то. Интересно, ценные нет вон тебя? Африканская какая-то антилопа. Я, к сожалению, ничего не... О-о, вот тут рога. На эти рога посмотрите. Вау. Какие гигантские, посмотрите на рог. Не уронить бы, блин, его. Обалдеть. Гигантский. Чего у них тут повали? Сразу какая-то пластмассовая фигня. Выглядящая интересно. Ух ты, врага. Боже, скелет. Какой-то зверушки. Еще скелет зверушки. Какой кошмар. Еще рога. Какие симпатичные. Ой-ой-ой. Какие классные, посмотрите. Здесь какие-то подделки. Какая лампа крутая. Офигеть. Ну ее так будет тяжело шибить. Что поделки. Боже. Какие мишки что ли тут. Мужик походу вырезал по дереву. Всякое разное. А какие. О, какие прикольные. Крокодильчик. Это домик для птичек, прикиньте, с крокодильчиком. Ой, ты боже, какой. Интересно, а здесь вот у него вот какие формочки. Ух ты. Лошадки.
какие-то. И упс, упс, сейчас разобью. Индианцы какие-то. Там на полочке еще целая куча рогов. Рога всякие. Разные. Обалдеть. Человек явно занимался их каким-то производством. Блинка. Из дерева. Это классная штукина. Ой, какая. Ты тут заберу. У них тут сколько процент? 25. 12,9 будет. У них шкурки. Сейчас доберемся до шкурки. Какие мягенькие. Ой, какие мягкие. Боже. Бедные зверушки. Еще зверушки. Бедненькие. Боже, сколько животных. Веселая бабуська. Еще какая-то зеленая. Интересно. Кошечка. Интересно, а что такое? Это для стола ножка. Какие он красивые ножки делал. Классно. Какие-то формочки. Вот на этих рисуют. А я потом бегаю, собираю. Ой, разные. Гладки. Интересно. Идем с парней поищем. Так. Какие уточки. Из рога вырезанная. Класс как. Это что такое у нас? Вот такой симпатичный. 20 евро. Будет 15. Кошечки. Какие милые кошечки. Кошка классная. Какая симпатичная. Вот это тоже интересная вещь. Знаете, какая классная. Натуральная.
кошечки. Вот это старенькая, наверное, кошечка. Ножку крутит. Для игольницы. Какая? Это у нас что? Тайвань кошечка. Жалко, что Тайвань. Какая кошечка? Какие классные. Вот эти опять салонки. Леопардик какой. Чей леопардик? Ничей. Кошечка еще что-то. Вот какой классный с кошечкой. Калифорния Редвуд. Классный. Так. Все маги. Че собаки? Корея. Корейская собаки. Вот здесь красивый японский сервис. Так. 39 за 192 доллара. Так, сервис 192. И у них 25% скидка. Как пеликан. Прикольный. А чей пеликан у нас? Тайваньский. К сожалению. Картинка 12 долларов. Да ну нафиг. Так. Много интересного, конечно. Это у нас не Фентон, нет. Это у нас не Фентон. And I'm colorblind, flat footed. Yeah, well. Sucker is very friendly. Okay. It's still be supposed to be. Supposed to be. That's right. Definitely. Shuka. There is a couple of geisha in there. There you go. Крокодил. You still play? No, I wish. $18 за крокодила. Тетка встала прям намертво. Не хочет отходить. Свистульки. Разные свистульки. Прикольная свистулька с котиком. Нет, это сова. Тетка тут прям капитально примерзла. Так, что у нас тут? Павлиньи перышки. О, конверты. Только они без пузыриков. А мне нужны с пузыриками. Интересная штуковина. Интересная. Ну какая-то грубая. У мужика много всего в доме, но все такого не очень хорошего качества. О, какая лампа. Продано, кстати. Так. Что у нас такое? Музыкальная шкатулка, сделанная в Корее. Так. Флаг
Ты что такое с мышью? Мышь на линейке. Что тут делает? И почему она тут? Какой? О, серьезный. Кстати, он, по-моему, сам делал. Поэтому не надеюсь найти маркировку. Так. Там что-то. Какое пятнистое. Примитивненькая шкатулочка. Music Company Сан-Франциско. Игрушка-собачка. Сколько стоит? $3. Не шалевали. Упс, боже. Что она такая страшная, да? Страшная-престрашная. Ну, конечно, ничего нету. Поэтому и страшная. Ну, какая вот эта вот. Из резины ноги гнутся. Очень интересно. Бег. Лягушка. Картина. Ой, какая симпатичная штукина. На $22. Упс, боже, я ее еще и отдирал. Ауч, нет, не прицеплю. Машина, смотрите, какая классная. Так. Вот так и хожу с этой штукой. Вот еще подписано чем-то. Корова. Вот это что ли, вот старые мишки. У него даже эти есть деревяшки вот тут. Я же не знаю. Ничего не понимаю в мишках. Так. Здесь я уже была. Картина интересная. Ну, какая так нарисована, интересно. Прямо тут. Канава вырезана. $32. Ну и все, товарищи. Все посмотрели. Сейчас вот за эту свою заплачу. И пойду. Другие распродажи ждут. Есть какие-то посудины. Все, товарищи. Я выметаюсь. Всем пока-пока.